Здорово, друзья! Вы на канале Авангард МСК, и с вами я, Алекс Хилл. Ну что ж, мы продолжаем проходить Gears 5, Gears of War 5. Короче, как тебе нравится. Нам нужно найти с тобой вышки, которые должны прояснить, где находится лаборатория. Так, куда выдвигаемся? Чё? Там башня связи, где нам их искать-то? Нам нужно подняться выше, предлагаю двигаться на запад. На запад, я так понимаю, налево, да? Ну да, 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 там и точка как раз опора эта гребаная. Так, а здесь больше ничего нет у нас с тобой? Мы все с тобой обыскали? Мне почему-то кажется, что что-то все-таки... Эй, Кейт, Оскар, знал про амулет твоей мамы? О, давным-давно рассказал ему, но Оскар не знал, что он означает, и мама тоже. Они наверняка поймали, что... Возможно, но откуда им знать, какой... Короче, они разговаривают про этот амулет гребаный. Воу-воу-воу, ну да, говорит, логично. Логично, но нихера не практично. Мы с тобой чуть не швахнулись. Не разбились об лёд нахер. Короче. Так, куда? 200 метров. Нормалек. По-моему, нам сюда. А, погоди, погоди. Это что еще за хрень? Опять защитные ворота? Найдите способ открыть большие ворота. Хм. Скоро еще эти гребаные ворота, что-то ворота попадаются. А, короче, открыть ворота. Каким, блядь, образом? Найдите способ открыть... А, вот же. Вот. Джек, иди открывай. Каким, говорит, способом? Слушай, а пушки у меня нет, да, на ялике? Блин, я все пушки просрал просто. Воу, 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 полегче. Открывается. А знаешь, старую коалицию недостаточно часто хвалили за успехи в строительстве огромных ворот. Да, может, слухи и не врут. Давайте попробуем разжать. Короче, говно ворота. Так. Ну и что у нас здесь? Так, может, ты покажешь, что здесь? Ничего нету. Вообще ничего нет. Так, залезть можно. Это что у нас с тобой? Лонгшот. Так, этого у меня нет. Слушай, ну давай попробуем лонгшотом поработать. А я... Там глянуть, что наверху. Воу! Стой! Вижу, вижу. На! Бля, ну я его не убил. Все, 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 убил. Ништяк. Так, Патрики. Слушай, вовремя я взял, да, лонгшотик? О, еще вкусняшки. Забираем. Три аж целые. Подожди, он что-то с кем-то там перестреливается, что ли? Ёбушки-воробушки. Мимо. Попал. Это что такое за говно? Блин, ты видел, кто это? Говноед. Тихо-тихо-тихо-тихо, уйди. Вон снайпер. Мимо. Слушай, лонгшот, конечно, хорошо. Бля, сейчас попадет. Ну ты, я же не вижу ни хера, ну нахер ты встал-то? Ладно, засвечивай их. Есть, прям в голову. Так, следующий. Ну ты мне покажешься или нет? Ах ты козел. Ах ты козел. Ну-ка, 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 давай его засвети. Есть контакт. Отлично, остался один. Только я не понимаю, где этот. Блин, и Патриков больше нет. А это снайпер остался, между прочим. О, я сныкаюсь. Ладно, ничего не остается, так будем жахать. Все, кранты ему. Всем кранты? Нет, еще не всем. Ладно, придется так его грохнуть. Да ё-моё, ну почему не получается разбить его укрытие? О! Ах ты сучонок, он спрятался.
Все. Добиваем или что? Все, мы со всеми разобрались. Теперь надо с воротами разобраться. В смысле с воротами? А, с теми дальними, ну ладно. Так, надо поменять срочно лонгшот наш. Как ты думаешь, мы найдем ту штуковину? Надеюсь, мы найдем правду. Короче, я не знаю, что мы ищем. Мы ищем просто какую-то правду, действительно. А Кейт в замешательстве. Вот еще лонгшот есть. Нет, я больше не буду брать лонгшот. Ничего не понимаю. А как мы эти ворота откроем? Алло, бля. Ничего не понимаю. Наверху, что ли, нужно было как-то открывать? А я оттуда свалил? По тихой грусти. А, так, 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 так. Сейчас найдем все. Все найдем. Найдите способ открыть большие ворота. Это как раз только что нужно. В смысле то, что нужно? Что нужно-то? А, твою ж мать. Вот. Я, короче, сразу не увидел за всей этой херней, что здесь есть для Джека открывашка. Ну, открывается. И чё? Так, все ворота открыты, вернемся к Ялику. Если, конечно, не хочешь идти к башням пешком. Пожалуй, что нет, никакого нет желания. А, да я думаю, это вообще глупо. Я-то думал, что мы уже на месте, а это просто нам тупо ворота нужно было открыть. Нормально, нормально, нормально. Погнали отсюда. Погнали. А на карту посмотрим. Так, что у нас здесь на карте? Туда, да? Окей. Погнали. А, гляди-ка, башня связи прямо по курсу. Новая одежда. А, слушай, даже если все так, нам нужны данные о сигнале из этих двух башен. Одной не хватит, чтобы понять, откуда были направлены сообщения. Тогда приступим. Короче, нужны две башни. Да-да-да, две башни, две башни. Две башни хорошо. Две башни прям отлично. Но я думаю, помимо башен здесь еще что-нибудь есть. Не может же быть, что такой, такая большая локация, и здесь только башня. Просто не может быть. Так, башня справа. Значит, объедем слева. Посмотрим, что у нас здесь. К башне мы с тобой всегда успеем. О, флаг, я же тебе сказал, что что-то есть. И чё? О, кондор! Печатался прям в утёс. Да. Давай проверим, что здесь. Слезай. Слезай с лошади. Маркус, ты слышал что-нибудь об упавшем кондоре? Кстати, да, несколько штук недавно разбились из-за этой энергобури. Внутри может быть всякая полезная хрень. Да, я понял, надо посмотреть. Ну, пойдем посмотрим. А, разбитый кондор. Пойдем посмотрим. Контрольная точка. А ты знаешь, мне не нравится, когда контрольная точка... Ууу, что-то здесь нихера себе. Что-то оружие дохера. Место крушения. Обломки сильно разбросало. Большая зона. Бля! Две стаи! Тихо! Так, поставь, пожалуйста, эту херню туда. Где стая? Ладно, хрен. Их тут целая куча. Пипец, кончился. Да, не повезло. Слушай, все хорошо. С этими-то я справлюсь. Так, больше никого, говорит, нет. Подожди, никого нет. Сейчас эти... Стая-то куда-то делась. Блять, ну точно, вот она. Где, сам? Бля. Я, короче, пошел искать оружие, ты там разбирайся, как хочешь, сам. О, ух.
Тихо, мне бежать надо. Мне пора. Да блин, нет. Иди нахер. Тихо, все. Мне пора бежать. Сейчас я тебя спасу. Мерзопакостные мелкие твари. Пора бежать. Чё, всё, что ли? А теперь, говорит, накрылась вторая. Охренеть. Вот теперь попотеть пришлось, да. Вот тебе короткая остановка, начинаем искать. Да хорош ты, блин, чё ты ноешь, нормально всё. Нормально, вон оверкил есть. Кстати, если что, можно взять оверкил. Каждый раз, когда кондор падает около стаи, он превращается в фабрику по производству этого говна. Да. Ну, мне DB сами по себе не нравятся. Так, вот эту пушку я, пожалуй, возьму с собой. Не нравится мне ходить без таких пушек. Это очень подозрительно, шляться по снегу в жопе в какой-то без таких пушек. Так, что у нас здесь? Ой! Открывайте. А я пока порыскаю. А значит, есть залп. Так, три детали он нашел. И три шот. Так, 140. А что ты не открыл-то? Ты нормальный вообще? Ну, а что тут за пиздюлинка? А, уникальное улучшение. Отметка смерти. Враги, отмеченные импульсом, получают на 20% больше урона от атак. Это улучшение используется автоматически. А, давай посмотрим, где оно. Так. Увеличение радиуса дальности. Отметка смерти. Хорошо. Обновить, может быть, что-нибудь обновим, действительно. А, так, чтобы мне обновить. Вспышку. Давай, наверное, вспышку обновим. Ускоренное восстановление. Да. Пожалуй, что ускоренное восстановление будет прям в самый раз. Что еще можно здесь у нас с тобой обновить? Шокер, подожди. А, так, тяжесть, снайпер, выстрел, палач, отказни врагов. Ага, не то. Что бы нам с тобой еще прокачать? Может быть, вот это? Электроловушку прокачать? Да не, я думаю, хватит. Хотя, может, вот это может прокачать. Ускоренное восстановление. Да, хорош, больше ничего у нас с тобой нет. Отлично, вроде бы все собрали. Да не, нормально все, да. Так, пошли обратно к Елику. Вот залп бы я с собой бы взял на самом деле. Только единственное... Подожди, а он у меня может таскать же оружие? По-моему, может. Ну-ка. Да, и можно идти. Он же будет не нести, правильно, за мной ее? Да ладно, классный вид, конечно. Не, он вышвырнул его. Вот говноед, а. Ну-ка иди поднял быстро. Поднял быстро и пошли со мной. А то останемся опять без оружия, короче. Ой. Да не бросай ты, твою мать. Ладно. Сейчас издалека попросим его принести. Нет, не то. Не то нахер. Брось гадость. Да брось ты этот, блин, оверкил. Вон ту херню принеси мне, пожалуйста. Вот эту штучку принеси. И все будет хорошо. Короче, мы ее донесем все-таки до Ялика. Вот таким способом. Бери. Пошли. Ну что, снова в путь? Да, в путь. Несешь? А где он вообще? Да, несет! Бежим от него, он принесет нам и сюда. Кидай, дружок. Круто. Так, это мы положим. Залп я тоже с собой возьму. Все, теперь у нас есть оружие. Теперь мы, короче, не как лохи, как нормальные пацаны. А знаешь, что я предлагаю? Я предлагаю обойти все здесь вокруг или реально вернуться туда, как думаешь? Не знаю даже. Так, в башню. Место крушения кондора, а это вот аж здесь, да? Так, нам туда. Ну, знаешь что, давай поехали. Хрен с ним.
Поехали, объедем здесь все. Мы же можем всегда вернуться, правильно? Мне просто интересно, может быть, рядышком тоже что-то есть, наподобие вот этого вот разрушенного кондора, разбитого. Вижу еще одну башню связи. Нет, башня связи нужна мне та. Это мне нафиг не нужна. Нам одна нужна башня связи. Почему у Оскара не было снегохода или что там? Ты бы задолбался искать топливо. Ялик — это самый удобный вид транспорта. Да, может быть. А, короче, я, по-моему, все здесь объехал. Ну, кружочек дал на самом деле. Ладно, все, поехали в эту башню. Может быть, возле башни что-нибудь есть. Кружочек дали, здесь ничего не нашли. Хрен с ним. Но он сказал, Кондора 2 должно быть. Разбитых. Да? По-моему, да. Ладно, я вижу флаг, в принципе, хрен с ним. Здесь больше ничего нету, флагов нет. Ну ладно, давай сюда. Кажись, к этой башне придется идти пешком. Да понятно. Понятно, что придется валить пешком, это 100%. Никто нам не даст здесь шляться с Яликом вместе. А единственное, что возьмем. Возьмем-ка, наверное, тришот. Это пригодится, да стопудово пригодится. Пошли. Я постоянно задаю вопросом, почему Джейди так сильно извинился? Это из-за комы или из-за чувства вины? Джина промыла ему мозги, заставила его думать, будто мы виноваты, и повысила до капитана. Не думала, что Джейди так вольется в коалицию. Так ты не забывай, что он сын Ани Страут и Маркуса Феникса. Да-да, так что не знаю, чему тут удивляться. А чему удивляться? Пацан, короче, видимо, пострадал маленько при взрыве тогда. Головой, может, даже ударил. С хер его знает. Так, ну что, заходим. Блин, темно что-то, да? Вроде все спокойно. Думаешь, что и башню так легко попасть? Давай выясним. А что с бурей-то? Если придется, пойдем насквозь, как в прошлый раз. Да ладно, хер с этой бурей, не ссы. Самое главное, чтобы тут этих не было. Этих здоровых. Маркус, ты заметил башню связи на склоне? Сейчас идем к ней. Вас понял, как погода, херово. Все так плохо, да? Осторожнее там, конец связи. Да нормально все, снежок идет просто обычный, и яйца примерзают прям... Прям к штанам примерзают. Ну, у кого яйца, у кого не яйца, пойдем. Осторожно! Да нормально, нормально. Мы еще в полмили были от этой херни, а ты уже орешь осторожно. Короче, опять будут эти куски говна падать с неба на нас. О, я же тебе сказал, сейчас начнут падать куски говна. Берегись, лед! Мы здесь как на ладони, давай идем дальше, ищем укрытие. Ищем, ищем. Ёбушки, воробушки. Ни хрена себе. Если будем стоять, мы умрем, короче. Я не в ту сторону, ты видел, побежал. Еще бы чуть-чуть, и меня прикрыло бы. Новые на подходе. Кто новые? Давай, тут пещера, Дэл. Да, ага, вон, смотри, кто там, блядь, в пещере. Минусок. Сейчас, бля-бля-бля, не промахиваешься же. Да, ты чё, охренел, что ли? Бежим, 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 бежим. Вон за ту херовину бежим. О. Пожалуй, я здесь спрячусь. Так, минус. Слушай, а этот, блин, меткий, твою мать, уродистая. Ладно, я вот сюда проберусь. Попробую его обойти.
Бля. Так, минусок. Есть. Еще один минус. Есть. А кто это там еще у нас стреляет? Я не понял, а? Ты что ли? Уродец. Кажется, все. Да. В пещеру быстрее, то завалит нахер нас. Подожди, может здесь гранаты есть? Не, лучше в пещеру валить, то завалят, действительно. Бумшот? Нет, бумшот... Бля, чуть не попал в меня. Фух. Вопрос, какого черта Рой забыл здесь в горах? Ты же слышал, что сказал Маркус. В Караде было гнездо саранчи, может что-то влечет их сюда? Так, давай осмотримся и найдем выход. Да не выход надо найти, а надо найти то, что мы ищем, дружок мой. Или ты имеешь в виду из пещеры выход? Так. Не-не-не, подбирай. Подбирай, там еще 28 выстрелов, поэтому хер с ним. Со всем остальным. Это что у нас? Не, это не то. Это абсолютно не то. Это мне не нравится. Поехали. Дайл, давай, залезай, быстро. Как-то тихо, ты понимаешь? Мы наверняка, говорит, рядом. Да хер его знает. А если с башни не выгорит? Я пришла сюда за ответами и найду их. Да я верю тебе. Ну что, погнали вниз так вниз, хер с ним. Шевелись! Обогреватели могут не выдержать. Погнали. Здесь носильщик! Твою мать! Все, короче, кончились. О, носильщик уехал. Классная буря. Да это еще не все. Посмотри, там еще один говноед. Обходим их слева. Так, импульс, отлично. Сучка, покажись. Отлично. Сюрприз, мадафака. Да что ж такое-то, а? Блин, да спрячься! Может, гранатку? Нате, твари. Твою ж мать, а. Там этот, блин, погибает. Держись. Как же он, блин, залез туда, я не понимаю. Да вот этого говноеда уничтожить. Спокойно. Мы сейчас справимся. Ты не лезь, Джек! Блять, все-таки, короче, меня задело. Ну, кто-нибудь меня поднимет, нет? Давай быстрее, ты что там делаешь-то? Я тут воюю, а ты, короче, охреневшее создание. Все, большого больше нет. Остались мелкопакостные маленькие твари. Так, этому в висок. Все? Нет, еще не все. Сейчас перезаряжусь, будет все. Отлично. Все, двигаем дальше. Фух, напряженная была битва, короче, друзья. Очень напряженная, я тебе хочу. Да что такое? Что это за звуки вообще? Ты слышишь вообще эти звуки странные? Так, нам сюда. Башня вон там. Так, надо залезть туда. Понятно, опять говно это. Подожди, а что у нас есть? У нас есть вспышка, у нас есть это, у нас есть это и есть это. Я понял. Ложись, ледяной валун! Где? Тебя не заделал там? Нормально. Валим дальше. Валим.
Еще один. Ух ты. Тебя там не размотало? Дружок, а ты где? Погнали дальше. Еще один? Нет? Да, еще один. Я вот здесь встану. Я думаю, что меня не заденет. Супер. Но мне кажется, это еще не все. Еще один. Круто. Погнали дальше. А тут все, валунов уже неоткуда падает, да? Дверь совсем рядом. Она, говорит, башня почти замерзла. Да я вижу, что она замерзла. Открывай давай уже. Погреемся, уже яйца замерзли просто. Эй, берегись ее. Ее ожерелье — символ саранчи. У нее опять видение. И если бы ей предложила выбрать нас или их, она выбрала бы их, понимаешь? Значит, ты не знаешь, что делать, да? Кейт, Кейт, эй, оу, 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 полегче. Это я. Да не, ничего, просто видение. Хочу найти ту чертову лабораторию в жопе этой, короче. Пойдем. Терминалы готовы. Отследите сигнал новой надежды. Терминал не работает. Ха, напряжение есть, может, предохранитель накрылся или типа того. Нужно добраться до электрощитка. Сейчас доберемся. Сначала я все обыщу. У меня лансеры все есть, так что мне насрать. Здесь ничего нет. То есть это говно не работает, да? Есть идея? Давай, Джек, узнаем, работает ли это дерьмище или нет. А Джек все знает, Джек все умеет. Сучка, он такой умный, такой умеющий. О, осколочная граната. Заработала. Молодец, Джек. Давай подключим Джека к терминалу. Легко вообще. Давай, Джек. Давай уже всовывай свою штукенцию. Вставляй. Несанкционированный доступ. Активируем протокол защиты. Турели отключены. Ошибка системы безопасности. Неисправна. Система безопасности глючит. Давай загрузим данные сигнала, пока она нас пока не разблокировала. Так, Эль, что там? Сейчас мы найдем все. Короче, сканера нужно водить. Неизвестный источник сигнала. Чё-чё, А, анализ. О, зелененькая. Здесь сюда, наверное. Нет. О. А данные не совпадают, это не то, что нам нужно. Но что-то интересное есть, точно. Еще какой-то источник сигнала. Так, опять то же самое, да? Отлично. Данные не совпадают. Слушай, а это какие-то неизвестные места на карте. Давай-ка мы тогда всю карту с тобой быстренько пройдемся. Я думаю, что тут много неизвестных мест, как я тебе и говорил. Хорошо, что их не вслепую надо искать. Ну что, нет? Не туда? Данные совпадают. Все, я нашла. Северо-запад, еще одна башня. Так мы ее так видели. Чтобы найти лабораторию. Еще нет, нужна вторая башня, чтобы завершить поиски. Что скажешь? Сообщим новости Маркусу. Я сообщу ему на ялике, надо убираться отсюда. Подожди ты. Чего вы так торопитесь-то? Не торопитесь, пожалуйста. Я хочу все обыскать. Вот еще один неизвестный источник сигнала. Смотри-ка. Сейчас мы все здесь... А, ну, в принципе, анализ, наверное, не нужен. Не нужно делать. Он просто тупо скажет, что это не то. Ну, давай сделаем на всякий случай. Давай дальше ищи.
Че, все что ли? Такого же быть не может. А здесь то вот нет ничего, да? Не, нет ничего. Стой. Так, надо вернуться к... Да подожди ты, блин, ну что ты меня прям нервируешь-то, чел? Хорош нервировать. Видишь, я занят. Сканирую. Вроде ничего больше нет. Ладно, теперь мы, я готов идти к Ялику. Куда идти-то? Сюда? Отлично. Что это у нас здесь? Гнашер. Блин, я ненавижу этот Гнашер. Он дебильный, мне кажется. Нет, он в ближнем бою вообще отличен. Мне он нравится в ближнем бою, но ближний бой не всегда получается. Ты же знаешь, да? Так, еще одну детальку нашли. Ага, отлично. Пойдем, пойдем. А то здесь тоже все заледенело. Немного многовато ли для одной башни охраны? Не знаю. Ты так спросила, будто я здесь работал. Не знаю. Вдруг ты здесь действительно работаешь? Думаю, мы сможем выбраться здесь. Давай попробуем. Попробуем просто. Это мы типа на улицу, что ли, вышли? И все? Доберитесь до северной башни? Одну башню проверили. Значит, надо искать другую. Не желаешь, не жалеешь, что же пошел со мной? Не, смеешься, что ли? Это же мои любимые занятия. Кататься на ялике, задницу морозить. А, слушай, еще вопрос. Фас всегда был такой? Да, он стремится быть самым крутым, самым быстрым, самым сильным. Но не самым умным. В этом и только в этом аспекте Фас оценивает себя трезво. Ну что, молодец, хоть понимаешь, он долбанавт. Так, надо быстро добраться до Ялика и проверить те неизвестные области, которые мы с тобой нашли. Я все думаю про Найлза и его эксперименты. Прикинь, как отреагировали бы люди, если бы узнали, что он тут делает. Видно, поэтому все первые министры держали это в секрете. Даже Аня, а ведь никого честнее ее в жизни я не видел. Ну что будем делать, кому расскажем-то? Да никому. Какой смысл? Все виновные уже давно мертвы. То есть поступим как Аня, промолчим? Ну да, а что делать? Какая действительно уже разница, все сдохли. По сути-то. Так, давай посмотрим на карту. Так, 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 так. Карта, 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 карта. Слушай, а вот здесь мы с тобой не объезжали еще, да? Да, мы здесь не объезжали. Может, справа попробуем объехать? Может, что-нибудь найдем? Маркус, мы собрали часть данных о сигнале, но нам нужно найти другую башню. Отлично, но учтите, что если на горе Кадар есть лаборатория, ее долгое время хранили в тайне. И на то наверняка есть веские причины. Поняла, будем на связи. Ну, наверное же. Почему-то ее хранили в тайне. Вон башня, вижу. Но башня мне пока не нужна. Мне нужны эти точки, которые мы с тобой нашли. Так, темнота, друг молодежь. Ну давай поставим вот так вот точку. Дэл, а что если мы обнаружим полную жуть? Ты же понимаешь, что там вряд ли что-то выжил. Да, но вдруг это самый худший вариант из возможных. А как это? Честно, вдруг Нильс Сэммон мой дед? Ну, у меня были идеи насчет худшего варианта. Но, по-моему, это еще... О, стоп. Это что? Смотри, еще один упавший кондор. Погнали. А этот кондор, подожди, он на карте отметился? Да, вот, это, короче, кондор. Нормалек. Погнали. Ну что, думаешь, нам повезет? Ну, конечно, как всегда, мы же в ударе. Я думаю, что нужно взять пушку. Не знаю зачем, но я возьму. А то опять придем, блин, а там опять какие-нибудь хреногрызы, которые нас пытаются убить постоянно. А скорее всего так и будет.
А скорее всего так и будет. Ты ж понимаешь, что нихера себе опять упавший кондор. Ну да, видишь, оверкилл здесь есть. Все это неспроста. Так, обломки, наверное, все здесь. Да-да-да. Погнали. Посмотрим обломки. Место крушения кондора. Ищите припасы. Дел, закрытые десантные капсулы. О, тришот. Хорошо, тришот есть. Пойдем вот эту штучку поднимем. Три. Отлично. Воу! Шел нахер! А чё это они нас атаковали, говорит? Решили, что мы не коалиция. А возьми, пожалуйста. Хотя да. Давай-ка, наверное, мы знаешь что? Возьми. Возьми эту херню. Так, отлично, он мне бросил ее. Она вниз покатится. Нет, как-то надо. Надо как-то, знаешь, как-то сделать. Как-то надо как-то сделать. Блин, зря я здесь. Хотя давай вот так. Блин, я не вижу. О! Нихера себе! Все, им кранты. Как бы мне вот эту говно забрать? Может быть, вмазать? Непонятно, как забрать это. Эмбар, подожди. Эй, тут еще ищейки, где? А, вижу. Нормально. Да какого хрена ты встал под пушку-то, дурачок? Останови их, да сейчас остановим. Нормально, все нормально. Тихо. Да насрать мне, кто там вообще. Куда-нибудь надо спрятаться. Ну-ка иди, это мое место теперь. Иди жах на него. Вот так вот, отлично. Да когда ж ты сдохнешь-то, тварь? Цель повержена. Отлично. Кто тут еще у нас остался? А, вон хреногрызик. Все нормально, сейчас мы его жахнем. Нет его больше. Так, кажется, все. Да это все-то все, но пушку я подниму на всякий случай. На всякий случай пушечку я возьму. Пушка хороша. Так, дальше пошли. Я так понимаю, нам сюда куда-то. Че? Ёпта! Сейчас. Все, кончились, блядь, патроны. Тихо, патроны кончились, короче. Где это говно летающее? Тихо, ты не лезь, самое главное. Спрячься. А чё это оно не жахает, я не понял. Сейчас я его жахну. Слушай, надо где-то нужно спрятаться. Тихо. Все будет хорошо. О! Да ну нахер, прячься быстрее. Блять, мне помощь нужна. Дел, помоги, пожалуйста, твою мать. Быстрее беги, быстрее, я тебе говорю. Да беги быстрее. Зашибись, мы сейчас сдохнем оба. Не, хотя мы можем доползти друг до... О, ништяк, я сейчас доползу до тебя. Все, вставай, дружок. Надо спрятаться. Ага, хер тебе. Блядь, да ну хорош, ну. Че, опять туда ползти, что ли? Давай, поднимай. Тихо. Какой он, блядь, жесткий. Все, ему кранты практически. Надо второй расхерачить ему двигатель. Зашибись, кончился лансер. Тихо.
Ага. Ничего не вижу. Все, ништяк. Фух. Наконец-то он шваркнулся. Так, давай обыщем, Патрики, поищем. Я, блин, прямо поиздержался, я тебе хочу сказать. Вообще не осталось патронов. Давай посмотрим его гребаные обломки. Давай. Давай, я не против, я вообще не против ничего. Так, каратель нафиг не нужен. Мне бы найти бы еще какую-нибудь пушечку хорошую, большую, а то одна-то вон там есть. О, слушай, я ее отсюда вижу. Тихо. Ну-ка, принеси мне ее, дружок. Я без нее не уйду. Отлично, спасибо тебе, мой друг. 140, между прочим, зарядов. Отлично. Хорошо, что я ее сейчас хотя бы взял. Так, что он там принес пользу? Давай посмотрим. Давай, сейф открывай. Ты где? Смешарик. Какие-то хреньки. А, уникальное улучшение. Драчун. А, под действием стима урон в ближнем бою увеличивается втрое. Это улучшает... используется автоматически. Так это же круто. А где оно используется? Ага, понял. Хорошо. И это какая-то сложная штука. Есть идея. Какой-то усилитель сигнала. И он совместим с Джеком. В нем есть биополярный транзистор. Жаль, что нет нигде больше. Чё-чё, помощнее. Теперь он сильный, очень сильный, понял. Ну и хорошо. Теперь Джек у нас сильный. Знаешь, что я часто вспоминаю? Первый день, когда мы вошли, да? Я думал, что мама убьет нас. Ты была первая, кто нас принял. Я очень благодарен тебе за это. Ну да-да-да. Да. Друзья, я предлагаю, в принципе, на этом на сегодня закончить. Потому что мы уже дохера столько прошли. Так что всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Все, друзья, всем пока-пока.